Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема «Проживая переход сознания». Читает Лора. Пробуждающееся человечество в сотрудничестве с нашим Богом Отцом, Матерью и всей компанией Небес совместно сотворили величайший сдвиг сознания, когда-либо предпринимавшийся в любой системе миров. Теперь, когда у нас было некоторое время, чтобы усвоить этот невероятный приток света, наше «Я есть» присутствие готово помочь нам понять, как этот сдвиг сознания влияет на каждого из нас лично и на всех нас в целом. Если вы еще не заметили изменений, все, что вам нужно сделать, это попросить свое «Я есть» присутствие об этом интуитивном откровении. Затем, если вы обратите внимание, вы увидите не только положительные изменения в вашем собственном восприятии и моделях поведения, но вы также увидите, что люди, места, условия и вещи – в вашей сфере осознания постепенно меняются в очень позитивном направлении. Если вы объективно, не вмешиваясь, наблюдаете за позитивными сдвигами, происходящими в сердцах и умах ваших возлюбленных, а также других людей в вашей жизни, станет очевидно, что происходит что-то драматическое. Дело не в том, что все внезапно начинают вести себя совершенно иначе, чем их действия в прошлом. Но ваши безмолвные наблюдения покажут, что многие люди в вашей жизни теперь реагируют добрее, мягче и сострадательнее на людей и ситуации, проявляющиеся в их повседневной жизни. Люди, за которыми вы наблюдаете, могут даже не осознавать, что их сердце более открыто или что по какой-то странной причине у них есть лучшие идеи, и они могут придумать более любящие способы справиться с проблемами, которые возникают в их жизни. Однако, несмотря на их сознательность, это происходит потому, что первоначальная интенсивность всеобъемлющей божественной любви нашей Матери Бога, которой мы все были наделены с самого начала, когда мы впервые вдохнули, как сыновья и как дочери Бога, теперь восстановлена к Его полному божественному потенциалу. Мы не могли противостоять этой чистоте любви нашей Матери Бога с тех пор, как миллионы лет назад мы впали в немилость. Когда пробуждающееся человечество и легионы света по всей бесконечности сотворили квантовое поле всеобъемлющей божественной любви, наша Мать-Бог смогла безопасно восстановить эту чистоту своей любви в каждом пламени сердца. Затем, когда она охватила «Я есть» присутствие каждого человека, восстановление этой чистоты всеобъемлющей любви нашей Матери Бога создало священное пространство для полной активации божественного мужского в пламени сердца каждого человека. Эта интенсивность божественной воли и силы нашего Бога Отца почти бездействовала с тех пор, как мы пали из благодати, когда мы закрыли свое сердце и наша Мать-Бог была вынуждена отказаться от своей всеобъемлющей божественной любви. Активация божественного мужского в пламени сердца каждого человека была важным фактором в подготовке к следующему шагу раскрывающегося божественного плана. Как только божественное женское и божественное мужское в каждом сердечном пламени были восстановлены до своего первоначального баланса и интенсивности, «Я есть» присутствие каждого человека смогло навсегда сохранить изначальное
присутствие сознания единства в нашем сердечном пламени. Эта чистота сознания единства пульсирует с полным божественным потенциалом просветления и сознанием Христа, которыми были наделены сыны и дочери Бога, когда мы были впервые выдохнуты из ядра творения нашим Богом Отцом Матерью. Бог Победоносец, совершивший этот могучий подвиг, вернул бессмертному победоносному трехлепестковому пламени каждого человека первоначальную интенсивность, которую Бог Отец Мать вдохнул в наше сердце изначально. Время от времени, на протяжении многих десятилетий, мы испытывали небольшие приросты расширения нашего бессмертного победоносного трехлепесткового пламени. Однако, впервые с момента нашего падения из милости миллионы лет назад полный божественный потенциал, который наш Отец, Мать, Бог вдохнул в наше трехлепестковое пламя при нашем зачатии, теперь полностью восстановлен. Существа света сказали, что когда мы ощутим все масштабы того, как это событие изменило нашу жизнь, мы будем воспринимать это как чудо. Сила и положительное влияние этого удивительного божественного вмешательства нашего Бога Отца Матери и вновь обретшего силы присутствия сознания единства нельзя отрицать, избегать или подавлять фрагментированное и основанное на страхе человеческое эго, даже самого непокорного или стойкого сына или дочери Бога. Компания Небес сказала, что только наше «Я есть» присутствие может влиять на то, как эта новая чистота нашего трехлепесткового пламени преобразит нашу жизнь и ускорит процесс вознесения. Наше «Я есть» присутствие одно с нашим Богом Отцом Матерью и действует в полном соответствии с волей Бога и нашим божественным планом. То, что сейчас произошло в каждом пламени сердца, станет мощным катализатором, который создаст трансформирующие жизнь сдвиги для человечества, царства элементалей и Матери Земли. Компания Небес желает, чтобы мы знали, что каждый день, когда мы дышим нашим недавно возвышенным святым дыханием, интеграция нашего «Я есть» присутствия усиливается внутри нас. Каждый электрон, каждый атом, каждая субатомная частица и волна наших физических, эфирных, ментальных и эмоциональных тел – и все пространства между атомами и молекулами наших земных тел теперь получают и ассимилируют многомерный и многогранный божественный свет через наши новые полномочия, бессмертное, победоносное трехлепестковое пламя. Мы едины с Богом, и полнота нашего Бога Отца Матери сейчас пребывает в нас, через полностью восстановленное трехлепестковое пламя под руководством нашего «Я есть» присутствия. Все, что мы призваны делать, мы теперь будем вдохновлены делать с энтузиазмом и счастьем, потому что мы будем знать, что нет ничего слишком незначительного. С каждым усилием мы будем охвачены совершенным балансом силы нашего Бога Отца и любви Бога Матери, а также полного просветления Христа сознания, дарованного каждому сыну и дочери Бога с самого начала. Благодаря усиленной интеграции нашего «Я есть» присутствия, мы теперь можем по-новому слышать наше интуитивное внутреннее руководство. Когда мы сосредоточимся на этом внутреннем руководстве, мы поймем, что с божественным вмешательством нашего «Я есть» присутствия
и нашего недавно усиленного трехлепесткового пламени у нас есть способность освобождать свет нашего Бога Отца Матери в каждом физическом и химическом взаимодействии в наших земных телах. Этот свет сейчас исцеляет и заново калибрует все энергетические связи внутри атомов и между атомами до частоты колебаний бесконечного физического совершенства Бога. Теперь мы можем понять совершенно новым образом, что величайший свет нашего Бога Отца Матери пульсирует божественной мудростью, которая содержит все необходимое, чтобы настроить орбиту, вращение и электронный заряд каждой атомной и субатомной частицы и волны жизни на Земле. Благодаря недавно возвышенному святому дыханию человечества все энергетические связи в атомном царстве теперь ускоряются и вибрируют до частоты кристаллического солнечного света пятого измерения новой Земли. Через световое существо света, которое сформировано объединенными «Я есть» присутствиями человечества, каждый человек на Земле теперь получает и ассимилирует божественную мудрость и священное знание, закодированные в их собственном «Я есть» присутствии, в их недавно активированных 12,5D кристаллических солнечных нитях ДНК и теперь в их полностью восстановленном трехлепестковом пламени. Когда это происходит, «Я есть» присутствие каждого человека освобождает сердечные шаблоны, закодированные в божественной мудрости и священном знании в наших 12 солнечных 5D нитях ДНК. Когда эти сердечные шаблоны наполняют Землю, они проникают во все взаимодействия внутри человечества и во все его энергетические связи. Эти взаимодействия включают отношения всех людей, всех организаций, всех культур, всех рас, всех религий и всех наций. Все эти взаимодействия теперь освобождаются в гармонию высшего порядка бытия, что значительно расширяет влияние «Я есть» присутствие человечества и нашего полностью восстановленного трехлепесткового пламени на Земле. Благодаря интегрированному «Я есть» присутствию, нашим 12,5D солнечным нитям ДНК и полностью восстановленному трехлепестковому пламени, все мы теперь можем ясно получать божественные побуждения, идеи и концепции от нашего Бога Отца Матери. Все, что нам нужно сделать, это запросить. Существа света подтвердили, что по мере того, как эта глубокая истина резонирует в пламени сердца каждого человека, наши физические реальности будут преобразованы в основанные на любви шаблоны совершенства, связанные с новой Землей. Дорогие, с вечным миром и бесконечной благодарностью созерцайте эту информацию и позвольте усиленным божественным энергиям из вашего «Я есть» присутствия и вашего полностью восстановленного трехлепесткового пламени осваиваться на клеточном уровне, пока вы наслаждаетесь блаженством этого знания.